Как улучшить здоровье моему сыну? Шизофрения. Спасибо, хорошего дня. Я когда-то говорил о вот такой гипотезе. Если нарисовать... Сейчас я попробую ручку найти. Если нарисовать очки, вот я сейчас нарисую очки, если нарисовать обычные очки, то разные люди, если вот так разделить эти очки на две части, то разные люди по-разному на протяжении дня смотрят. Если у человека депрессия, то этот человек наклоняет свое лицо вниз, как правило, и его глаза, как правило, находятся вот ближе к вершине его глазниц. Именно поэтому я часто замечаю, что люди, у которых тревожное состояние и депрессия, они начинают смотреть из-под лобья, появляется у них хмурый, такой насупленный, можно сказать, взгляд. В то время как люди-мечтатели, люди, которые часто улетают в какие-то свои персональные идеи, их взгляд становится приблизительно такой. То есть это люди, которые закидывают голову вверх, стараются часто смотреть вот таким образом. Так люди-мечтатели, их глаза обычно более низко опускаются вниз, а люди с депрессиями обычно закатывают глаза вверх. В свое время мне пришла идея, и я сделал очки. Вот такие очки, которые я заклеил черным и оставил посреди этих очков две таких амбразуры по 3 миллиметра, абсолютно горизонтально самой линзе, через которые человек мог бы смотреть. И начал эти очки применять на добровольцах, которые хотели поучаствовать. И в дальнейшем очень заметным было улучшение общего психического состояния человека, у которого хроническое было заболевание, биполярное состояние маниакально-депрессивного психоза. Количество и частота эпизодов и проявляющегося заболевания уменьшилось. И в дальнейшем, используя данные очки, я убедился в том, что они действительно способны улучшить сон человеку, помочь человеку избавиться от взрывов психических и так далее. Такие очки несложно дома сделать самостоятельно. То есть возьмите краску черную, оставьте эти 3 миллиметра горизонтальный пробор или там прозрачные линзы, или пленку наклейте так, чтобы была непрозрачная. И начните такие очки применять. Сколько их носить? Чем дольше, тем лучше. Можно ли таким образом помочь человеку, который болеет? Если вы начнете это применять, и он захочет это одевать, то очень быстро вы заметите прогресс в лучшую сторону. Действительно, люди становятся более сконцентрированными, улучшается память. Те люди, которые носят в домашних условиях, улучшается зрение, концентрация, память, сон. Одним словом, плюсов больше, чем минусов.